Слишком громкая тишина. В Воронеже задержали молодого человека, который раздавал листовки и агитировал жителей города голосовать за одну из партий. Сейчас Александр находится в участке, готовится ответить на вопросы стражи порядка. В частности, правоохранители хотят разобраться, кто заказал агитацию в день тишины и получил ли парень деньги за раздачу листовок. Напомню, что в день накануне выборов любая агитация считается незаконной. Кандидатам и представителям партии нельзя выступать по телевидению, раздавать листовки, газеты, участвовать в дебатах. Запрет заканчивается только после закрытия избирательных участков.